Для того, чтобы понять, что такое алкогольная зависимость, надо понимать, что это такое вообще. И вот сейчас послушайте меня очень внимательно. Кто такой алкоголик и кто такой наркоман? Алкоголик и наркоман – это очень слабые люди в жизни. Это очень слабые люди. Им из-за этого очень тяжело жить. Тяжело, больно, плохо. Поэтому они употребляют алкоголь как обезболивающее средство от жизни, как я говорю. Для них алкоголь или наркотики – это как спасательный круг. Да, вот они пытаются там как-то плавать, у них не получается. Да. Они раз там как-то добрались до круга, уцепились в него и вот плывут дальше. Да. Когда люди борются с алкоголизмом, да, и говорят, что пить вредно, ширяться вредно, и это плохо, и так далее, это каждый дурак знает. Что они на самом деле делают? Они пытаются вырвать у этих людей круг из рук. Что это означает для них, для алкоголиков и наркоманов? Это смерть. Потому что если вы у утопающего отнимаете спасательный круг, что ему остается? Ему остается только утонуть. Он же плавать-то не умеет. По этой причине все эти попытки заставить человека бросить пить или ширяться, они абсолютно бесполезны и бессмысленны. Они не вызовут ничего, кроме устойчивой ненависти в ответ. А какая может быть другая реакция у человека, если вы у него отнимаете спасательный круг? И когда вы отнимаете на спасательный круг, это для него приговор. Понимаете, он утонет. Нужно не вырывать у этих людей спасательный круг из рук. Нужно учить их плавать. Вот когда они научатся плавать, потребность в спасательном круге отпадет сама собой. И потребность в алкоголе и наркотиках отпадет сама собой. И санатанадхарма – это система, которая позволяет человеку научиться плавать.